фиксирует действия, происходящие на футзальной площадке. Важные три очка, которые могут решить аут. И не дотянулся до мяча инициативу. И отметим в составе Дурдоя момент. И момент завершается забитым мячом. Передачу на партнера. Акимбаев на центральной линии. Мяч перехватили дурдоевцы. Будет шанс для удара. Надо пасовать. И завершается эпизод. Вновь взятие Даниэль Талайбеков под номером 17. Вот эта потеря может обернуться третьим пропущенным. И так и случается. Отличается номер 18 Сулайман Беков. Все этот момент спокойно смотрел. Какой удар удался. Туда на пятачок. Будет момент. И команду... Капитан Дурдоя делает передачу на партнера. Дождется обратную. И забивает четвертый гол. И эмоционально отреагировал на свист арбитра, но тем не менее мяч был за линией. А вот здесь может быть опасно. Талайбеков будет просто расстреливать вратаря Невчи. И счет таким образом становится. Ситуация вратаря здесь напрягают, заставляют работать дурдоевцы. Лена Джолдубаева передача проходит и забьет сейчас Невчи. Нет, не забьет. И со второго раза-то забьет. Со второго раза не забил. Эпизода он бить не стал. И отличный щелчок. А вот здесь может быть опасно. 2-1. Сделает передачу на партнера. И дождется Талайбеков. И забьет красивый. 3 минуты. Но я уже действительно... Ух ты, какой удар. 2 мяча. Видел забитыми прямыми ударами от ворот. И отличается здесь номер 12. Акма жился. Марлен Джолдубаев мяч сохранил. 3-1. И решает туда дальше. В подкате двое встретились. И никто не мешает игрокам Дурдой забить 8-й гол. Так и случается. 8-й гол на свое. А здесь при счете 0-8 пропустить автогол было бы обидно. И как зарядил в этой ситуации Мурзаев. Игра завершилась со счетом 8-7.